тому же отряду, что пчелы и шмели, относятся осы. У них много общего, и все они замечательные строители. Осиные гнезда требуют от своих создателей немало мастерства. Особенно примечателен способ подземного строительства. Стенки своей норы осы цементируют раствором из пропитанной слюной земли. Непрерывно снуют осы-фуражиры, несут корм для личинок. Как только личинки подрастают, они сами начинают строить коконы, закрывая ячейку белым куполом.